На Джека ты быстро подпишись, и будет у тебя все запись. Туфасит нах. Зайчик, видишь? Steel X. Вправо, влево, вправо, влево. Раз, два. Никита, Steel X. Мира! Готовьтесь. Я, в принципе, готов. Я готов. Сейчас, бля, хижину как построим, ёб твою мать! Блин, я люблю строить. Пиздила. Мира, дай. Чё? Чё там, мышку спиздила? Она Илюхин диктант спиздила, просто непонятно. А, сейчас, секунду. Вот одну секунду. Всё. Я здесь. Нет, я не здесь. Ай, просто мне этот электровеник, что-то мне не знаю, что это мешает, наверное. Сейчас. Ебать, Никита выпирает. У меня сегодня великолепное настроение просто, ничего его не изменит. А если я буду плохие вещи говорить? Ничего страшного. Говори, говори, говори полностью. Я хутов. Саня, готов? Да. Никита, Саня, готов? Да, да, все, поехали. Заряжай. Сейчас тогда запускаю. Да. Чё, мы где появимся? Тут, наверное, еще какая-то катсценка сейчас будет начать. Катсценка вначале, вначале должна быть, да? Ну, я нажал начать, чё... А, запускается, написано. Игра. А мне ничего не запускается. Сейчас. Там слева сверху написано, ре запускается. У меня написано ожидание хоста для начала игры. Да, сейчас, запускается. У меня вообще ничего нигде не написано. Да, сейчас все будет, заряжается. Блин! Где игра моя за 1000 рублей? Так. Музыка пафосная какая-то. Как будто во Вьетнам летим. Какой Вьетнам? Куда? Где? Ну, на войну. А? Кто здесь? Это я. Саныч! Так а что, ожидание хоста для начала игры, что? Дальше. Ну запускается игра. Ну так это давай уже запускай. В чем дело? А у меня вертолет. Какой у тебя вертолет? Смысл какой вертолет? Ты хуел да там, блядь? Да нет у меня ничего вертолета. Ты чё, тварь, блядь? Какой ещё вертолет? Я тебе ещё дам вертолет, нахуй. У меня загружается. А у меня вообще ничего нет, просто лобби. У меня Sons of the Forest написано. А у меня, кстати, написано, что у меня тоже вертолет пошел. У меня, кстати, написано, пошел нахуй. А у меня вообще ничего не записано. У меня графики. Возьмите навигатор кнопкой. Да, у меня такая же тема написана. Все, у меня прогрузка. Я уже загрузился. У меня Эдвард Паптон. Все, вертолет. Пошел вертолет, блядь. Да нету вертолета. Да есть. У меня тоже вертик пошел. Офигеть. Это вертолет. Кстати, ребятушки, всем здорово. С вами до хрена людей. Мы начинаем проходить игру под названием. И меня вертолеты взяли. Летого Фореста, короче, вот. Все, погнали. И сыны, и одна дочь. И дочка. А она на русском, да, полностью озвучка там? Да, вот это, конечно. Там не разговаривают, по-моему. О, я могу сам вертеть голову. Да ты не спойлери, блядь. Да вообще, у меня еще только Sons of the Forest на экране, все, они уже прилетели давно, я еще вообще нигде. Мы каждый на разном вертике, что ли, или что? Да. Конечно. А я могу выбрать, я выбрал, за кого я буду играть. А вы выбрали, за кого вы будете играть? Нет, это не так. Да, конечно, я здесь раз выбрал, у меня еще экран загрузки, спасибо. У тебя еще экран загрузки? Это не выбор персонажа, Саня. Ты не спойлери там. Это не выбор. Я сейчас тебе дам. Я выбрал старика какого-то. Ты охуел? Это мой старик, блядь. Это полор. Хуя! Demons. Атакуют! Атакуют! Так подождите, у нас проблемы. Я вещи. Ой, бля. Ну все понятно. О, я вылетела. А, ну я ж девчонка, я должна опаздывать, нормально. Да, да. О, пуф-короб, это пуфиндуйский вертолет. Это вертолет. Надо было размытие в движении убрать, меня бесит эта хренотень.
Ой, я повис, все, я внизу. Ой-ой. Я... Да, тебя не только ты не повисишь, сейчас ты еще откисишь. Пацаны, я лечу. Все, я вылетела нормально. А кто еще приземлился? Пароход упал. Я. О, я пароходы вижу. Пароход. А я когда упаду? А я уже все приземлился. А, все, я приземлюсь сейчас тоже. Вон, метка есть. Он шмаляет. Пацаны. Он? Все, я тут. А, вот они, вы внизу. Сейчас я, блядь, сейчас. Вон, Жека вижу. О, Саня. Здорово. Я сейчас сверху смотрю, посмотрите наверх. Да я не могу, у меня катсцены ёбаные, блядь. О, все. Вот смотри, вон Никита, по-моему. А, это не Никита, это бот. Все, я упал. А мой вертолет не видите там. Так, нахуй. Я сейчас подожди, не лутай, не лутай, ты че, козел, что ли? Да. Подожди всех. Да стой! Смотри, а че с ним? Ты смотри, смотри, а мне кто-то соску прописал с ноги, кирзачом. Да ты просто подойди к нему, посмотри на него. А я же играл, я знаю, я же записывал первую серию. Ты охуел? Да. Вертило. Ты чё, козёл? Он лутается. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. У нас подбили. А, ну ладно, тут у всех свой лут. О, Никита Стилоэкс. Смотри, если ты подбирает, подбирай. Блин, как громко-то, а. Ебать ты урод, конечно, вообще. Вы что там яйца носите, ёб твою мать. Саня, я промолчу, Саня. Пацаны, это мои яйца, отдайте мне. На. На, бля, держи там. Да здоровья нет, ты убьёшь его сейчас. А, да? Да уебу тебе сейчас, иди сюда, нахуй. А. Здоровья нет, убейте. Вот я вас вижу, где-то бегаете. Я вижу, снимите меня с ёлки, пожалуйста. А мы тебя не видим. Не видно. Сейчас, да. Сейчас вот тут заспавнится, должна, смотрите. Вот тут. Давайте поприветствуем Ксюшу яйцами. Подождите секунду. Я на графике это вот как... Олень! Олень, блядь! Погнали нахуй. Ебашь, белочка! На тебе, сука, на. Сюда иди. Спустите меня. Я Циндерелла, короче, я буду петь. Да как выбрать? Ты где там? Да я пою белочку. А, вот она, Ксюша! Смотри, Ксюша, тут белочки бегают, блядь. Их надо поймать, смотри, они около меня, они вокруг меня бегают, я друг лесной. Так, давай средней бахнем. Хуй, я пойду плавать. Ой, о, а что это за мужик в космическом костюме в каком-то? А чё? Смотри на него, ему вообще плохо. Не нажимай. Смотри, такой. Смотри, пацан под сальвией жесткой. Смотри, он по-любому с Сызрани, я тебе отвечаю. Зачем на него садишься? А его хильнуть можно, кстати. О, Ксюша, он спал. Ну что, так говорите? Смотри, дед! Дед на Ксюше. Ну в смысле дед? О, здорово, Михалыч, здорово. Ну, Саня, понятно. Подождите. Смотрите, обряд посвящения надо сделать. Блядь, я чё, ничер? Да. Ёб твою мать. Обряд посвящения, смотрите. На, поебай. Ты что, охерел, что ли? Смотрите, откройте инвентарь. Давайте это, для начала, откройте инвентарь все. Ну, открыл. Открыли. Видите, справа сверху у вас есть аварийный комплект. Откройте его. Ага, все открыл. И еще раз, ну, в смысле, аварийный комплект и шестеренка. Ага, все, нажал. Все. Забирайте, это стартовые вещи. Да, это стартовые вещи. Так, и что? Топорик. Ну все, Никита. Все, Никита. Где ты там? Оп, палатка. Да, здоровья мало, не делитесь, вы что? Ну зачем ты меня бьешь-то? А то меня тоже ударил. Мы тут все друг другу камнем по лицу ударили. Че, пацана, поднимай. Это посвящение. Давай. Вставай, друголек, давай. Че ты? Ты поднимай, смотри, поднимай. Давай, дружок, давай. Что с тобой? Как выйти с блокнота с этого? Я ничего понять не могу. Он пьяный. Хоп. Кика. А, выйти? А я не помню, на М, по-моему. Подожди, сейчас. Что-то он какой-то бледный прям. Все, на Н, на Б. Какой-то белый слишком, да, Ксюша? Ага, все, понял. Смотри. Да. Вы прям кофе с молоком. Зажигалка на английскую L, если что. Да, и ты ему командой даешь. В смысле, да? Иди так, возьми. Да, чем идёте. Это, сделай, на, стой, это зомби постой. Персональный получается, ой, или что? Постой, костер! Я не знаю. Это слышно? Он смотрел в шоке, он думает, что за дебилы, говорит, стоят тут, типа, обезьяны, говорит. Ой, смотри, не вместе! А зачем ему писать? Смотри. Херак! Сань, ты куда?
Я с палочкой бегаю, а чё? Прочитал такой, пошел. Слушай, пошел, 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 пошел. А что ты сделал, Лайма? Костер, говорю, построй. А, смотри, что делают. Да, у тебя собирать. Ты палатку строить собрался? Давайте это деревья порубим, смотрите. А тут да, как-то... Смотри, как тут деревья рубятся. Ой, ёпта. Так... О, прикольно, это, кстати. Это вообще, наш да. питомец, я так понимаю? Ну, типа того, команда наша будет выполнять. Так, в смысле, он зомби теперь зомбированный или что? У меня прикол! Да, 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 да. Всё, 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 падает, падает! Банчай! Хорошо. Нихуя ты сильный! Я так помню, Саню дерево срубила. Так, и сюда скину. Он костер сделал, смотрите, он у костра сидит. Сидит, чилит, смотри. Можно еще команду ему дать, ну-ка. Давайте чтобы каждый по команде ему дадим. Чтобы не отдыхал. А может быть постоянно. Мы для... А нахуя нам дерево рубить сейчас? Объясните. Не знаю, просто посмотрим, как это работает. Построю укрытие, я ему сказал. Мы давай дом... Ты, Сань! Да. Какой ты сильный. Ой, ой. Да. Смотри, я принес. Я ломать. Я ему сказал, построю укрытие. Смотри, смотри, газель бежит. Тихо, 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 сейчас уебу. Не уебись только. Поймай. О, смотри, ты что сделал? Молодец какой. Ой, говорит, лайкос, говорит, ставьте, говорит. Че, кто, где, куда? Че, кто сделал? Вот где заспавнились, смотри, это он сделал. Это что, он крыло? Дай ему задание какое-нибудь. Сань, попробуй дать ему задание. Посмотри, так. Как это работает. Ух. Да, и выбирай там между ребятами, что ему делать. Очисти, построй. Он такой... Ой, смотрите на него, какой он счастливый. Так это ни хрена не работает. Работает, в смысле? В смысле, это он палатку сделал с костром? Да, да, это он. Залутайте еще ящички, там, короче, сухпайки всякие, там, эти, как их, фаеры. А, лекарства ну, еще какие-то. Да, лекарства. И захильтесь, потому что здоровья мало. А у каждого, кстати, свои, да, я так понимаю? Да, 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 у каждого свой лут. Ну это хорошо, кстати. Да, конечно, делиться со всеми. На выживание бы тут сейчас просто... Зарядки, вот, сухой паёк, да. Сухой паёк я залутал. Сейчас хаваем. Анимация. Бэмс. Опа, газировочки наебнул. Бэмс, таблетки, таблетки, схавайте один раз. Ага. Смотри, ебал чилит. А, да, да. И можете засейвиться у палатки, кстати. А как? У. Подходи и У зажимай, да. А, во, вижу, вижу, ага. Чё, построим что-нибудь первое? Большой инвентарь. Так подожди, здесь. А как тут крафтить? Где тут крафт? А, смотри, короче, заходишь в B английскую и на X переключаешься. В английскую? Б английскую, Б. Б. А потом на X переключаешь категории. Там вот убежище будет. Небольшой бревенчатый дом, охотничье укрытие вот есть. Сейчас попробую. Так, поставлю. Тут какая-то, смотри, ламка, лампа из черепа. Постройки ну, из палок. Можно кол какой-то сделать с черепушкой. Видно у вас, смотрите, я построил этот, как называется, каркас типа. Видно? Где? Да. Да. Ну вот, типа сюда вот камни зарядить можно на У, я так понимаю, почему не заряжают. Не, погоди, это все классно. А это крафтить именно какие-то. Предметы, я имею в виду. А, ну и английскую, как инвентарь открываешь. Да. На ПКМ складываешь их. Совмещаешь их. Так, еще два бревна надо. Никита, давай нарубим. Сейчас топор возьму. А, не, я не понял, где мои веточки? Я веточки собирал, алло. Они есть, они просто не докладываются. Сначала бревна нужны. Как белку подобрать? А, вот на, они. На ут, вот. Ой, бегите! Ой, бегите! Так, еще два закидываем. Нихуя, я сейчас... Ебать, я мастерица охуенная. Сань, докинь веток, у тебя же есть. Смотрите, что сделал, нахуй. Уга-буга, блядь. Уга, нахуй, сука, чага, блядь. О, Сань, давайте сделаем. Смотрите, берете ветки. Сань, что там надо? Ветки, изолента. Изолента, судя по всему. И нож. Да, изолента. Научить Никиту крафтить, он же не играл, по-моему. Научится. Да я знаю, что. Захочет выжить, научится, блядь. Через Б. Смотри, давай вместе. Короче, инвентарь на И. Ты набрал веток? Все, я сделал эту хренотень, Кирилл. А, ты сделал уже? А, ну ты хорош, все, ладно. Да нет, вот это вот, что ты там каркас сделал. Нет, давай эти, палку научим делать. Смотри, инвентарь. Справа снизу у тебя ветки прям, видишь, справа снизу. Выбирай на ПКМ. А, нет, подожди, я их все закинул в этот, в каркас тут.
Сейчас возьму. А, ну давай новых. Так, где она тут? Да вот, сломай, вот, иди сюда. Ага. Вот, я нарубил. Кстати, если бьете растительность, ну, ветки, то листики автоматом в инвентарь загружаются. Так, допустим. Набрал? А где она? В смысле, не понял. Ветки справа снизу. Прям справа, справа там снизу. Прям покрутить вводить, надо, да. А-а-а! Понял. Выбираешь по КМам одну. Можешь навестись на шестеренку. Видишь, изготовленное копье, когда на шестеренку наводишься. Нужен нож и изолента. Две палки. Ага, вижу. А, две закидываем на покрытие. Сейчас две закину. Ага. Так, изолента вон снизу под палками теперь. Ага. И нож рядом с топориком. Ага. И на шестеренку жмешь. И все, пошла. Сейчас. Нож еще, да? Да, нож есть, нож. И все, забираешь его. Ебать нахуй, я заебенил оленя, все, ништяк. У нас будет что пожрать. Видели еще? О, прикольно, так смастерит. Видели в инвентаре? Да, клево, вообще. Чемоданчики сверху, заметили? А инвентарь. Че я сырое мясо ем, зачем? Ой, Сань, там костер есть. Голодный. Да нет, просто я зажал, а надо было нажать, чтобы он мясо собрал. Так, пойдемте рыбу ловить. Раз! Не кидай его, ты шо? Не так работает. Смотри, надо подходишь. Бить. Смотри. Палка бить. Да. А, я не попал. Блин, как-то... Пойдем вниз, блин. Пацаны, я режу воду. Сука, кто рыбу всю распугал? Где рыба? Догадайся, кто там воду у нас режет, всю рыбу распугал. Кто воду срал? Я. Блять, а что со мной будет? Я мухомор захавал. Ничего не будет, постепенно здоровье убавляется. А что, штырит? Штырит? Ну пока нет, пока не понял. А где рыба вся? О, ну вы чё? Архангел! А нет рыбы? Архангел Михаил, блядь! Михаил! Никита, смотри. Я нашел лагерь второй, ребята! Видно? Кого? Палку? Рыбу видно? На палку. Рыбу нет. Блин, тут пацана похоронить же надо. О, давайте разрубим его. Он не разрубится. Сейчас я себе палок наберу. Так, раз. Это так. Что такое? Вешенки я собираю. Вешенки, их, может, жарить можно? Ой, блядь, не то. Сохранится. Так, раз. Раз. Так, я хочу рыбу пожарить. Блин, крафт прикольно выглядит, да? Да. Так, вот берем рыбу. Я съесть нажал! Нет! Голову откусил! Да ты дикарь, остановись! Все, инфицирован. Выплюнь. Он ее съел. Два пальца в рот. Чтобы активировать GPS-трекер, нажмите. Что это такое? Давайте активируем. А, вот он. В инвентаре есть. М? Не, в инвентаре прям активируйте. Телефончик такой. О, я рыб поймал. Найти команду нам надо. Да, и карта появилась. О, смотрите, метки. Пещера, кстати, недалеко есть. А, пещера? А как? Таня вообще там где-то в лесу. Как убрать? Что, рыбу жарить? Трекеры как убрать? На L-английскую зажигалку возьми. Да я тут просто бумагу какую-то взял прочитать. Пока кекал. О, ягодки. Ля, ребят, ем. Ну тут... А, ну я понял, тут тоже, да, эти ублюдки всякие? Да. Конечно. Ну я тут потому что нашел на пике насаженные тела. Эй. А, да. Тихо, если что, идите ко мне, тут второй лагерь. Вот а где ты увидел GPS-трекер? Смотри, заходишь в инвентарь и справа сверху под рюкзаком будет. А, вижу. Выбираю его. И пойдем до Джека. А как-то можно поставить? Пойдем. Ну, типа точку. Как? Ксюша, погнали. На трекере нет, только в руки его берешь и идешь, смотришь. А. Мы к тебе бежим и погнали на зеленую точку, сходим. Взглянем. Ну давайте, я вас тут дождусь. Сейчас около лагеря, да. Ты там ужин приготовь. А пока мы там идем. Тут уже все идете, есть. Рубите эти. Рубите листья. Ну, в смысле, чтобы листья лутать. Ветки рубите. Потому что инвентарь пополняется. Листья нужны для Роджига. А есть быстрое переключение это? Оружие? Ну, там с копья на топор быстрый. Блин, как-то можно, но я не помню, честно. О, как. В комментах подскажут. Плавает. А, лови. Нет. О, Саня, я тебя вижу уже. Глубоко. Саня! А? Мы тут! Так, мы на зеленую меточку дойдем, правильно? Да. А вы сначала здесь залутайте, тут. Ну да, залутаемся есть. И пойдем на зеленую метку, давайте. Я устав. О, записка. Я записку нашел. Мяч для гольфа. О, можно засейвиться здесь. Я засейвлюсь. Бэмс. Сохранение.
Ага. Получается, сейф в онлайне дает что? Если ты умрешь, то ты возродишься вот в этом лагере. Респаун. А для вас, так как я хостую постоянно, у вас вещи будут сохраняться. Где вы сохранились? Денежки! У него записка. В инвентарь зайти надо, опять выбрать. Ну да, да. Ебать, ты что такое? Смотри, ужас какой, Ксюш. А, где? Да вот, висит хренотень какая-то. Ты что с копьем уходишь? Тыкни ее, тыкни ее. Чего? О, смотри, можно взаимодействовать. О, подожди. О, я могу тебе дать. Убрать ее, реально. Энергетический напиток. Давай. Как мне тебе его передать? Дай, дай мне. Я его не использовал, я дал? Я не знаю, я не видел. Ты просто стоишь, пальчиками шевелишь что-то. Подожди, К. А что на К? И кратко К. А, это разделы меняются. Я вот пойдем на точку. Да подожди, Никита мне энергетик хочет дать. Ой, Никита, господи, Кирюха. Я вроде дал Никита тоже. Либо я его использовал, либо дал, я не знаю. Так, погнали до зеленой точки теперь. Часы. Опа, мухоморчики. Кстати, вот этот чувак буквой К помеченный. Кстати, мухоморы для здоровья полезны, в курсе? Установлю. Да? Так, и что тут? Сейчас, мы, короче, должны что-то там найти. Там GPS-трекер ведет на 100, там какой-то сигнал. Вы что по кустам не ходите, блядь, не собираете всякие ягода, вкусные кстати, ягоды? Ягода, кстати, да, синяя ягода полезная. А, какая там? Темная ягода, короче, это стрёмная. И что, где тут? Мы на точке. Это пещера, может, слышишь? Так. А, во, смотрите, идите сюда, нашел. Чё там, чё там? Ну, вход. Пещера. Давай, Ксюша, ждать. Не, давай пока туда не пойдем. Не пойдем? Почему? А чё, мы там сдохнем. Давай просто да посмотрим. Да ну прям. Пойдём вон на берег, пойдём на берег и выйдем. Каннибалы! Блядь! Пошли нахуй отсюда. Где? У нас! Если что, на ПКМ блокировать, на ЛКМ бить. Нихера их много! Они не будут атаковать. Смотри, сколько их. Они не будут атаковать. Давай их как-то откинаем. Не, не надо, они нападут. Не бейте их, не бейте. Дай посмотрю. Они приглядываются. Не подходите только близко. Они приглядываются, пусть смотрят. Пусть смотрят, они знакомятся. Они знакомятся. Слышу! Нормально. Они знакомятся. Так, спокойно. Так, у меня палка. Выходи отсюда, черт, ёпта. Подождите, не бейте их. Ты камень кинул, ты сука! Да я, ага, знакомятся они. Нет, нормально, все, убегают, убегают, все ушли. Знакомятся, говорит, пришли. Не, они не нападают первый раз. Они сейчас нас высматривают, изучают, а потом только нападают. Ну, по идее, если мы близко не подходим. Они должны уйти сейчас. Нифига себе, обезьяны какие. Ребята! Бля, они прям по деревьям лазят, ну. Что такое? Ты ствол нашел? Смотрите, что у меня есть. О, ты лук сделал? Что ты делаешь? Давайте лук сделаем. И дали? Шмаляй в него, слышишь? Так, подожди. Стрелы нужны, да. Так, а надо птичек. Вот он близко подошел, ребят, вот он на дереве сидит, смотри. Он не бьет? Где? Пока нет, вот, обезьяна. Не бейте. Почему порвут не бить? О, сука, где он? Вон он, вон над нами. Ля сидит, блядь. Давай дерево руби. Макака, как давай руби дерево, руби дерево. Ебашу! Пошел нахуй отсюда, блядь! Пускайся, сука! Давай, блядь! Пизда тебя, блядь! Он спрыгнул! Чё, блядь? Он спрыгнул! Мисси спрыгнул, ты чё? Чертила, блядь! Па, берегись! Всё, убежали, убежали. А, не, не убежали. Да вон он стоит, вон он. Он вдвое ходит там. Да пойдём уже! Давай ёбнем их! Давай ёбнем их! Точно каннибал, я обезьяна, по-моему, нет? А если близко подойти, чё? Под, на контроле, подойди на контроле к нему, посмотри на него. Он сзади, сзади, сзади! Да не бейте, да сзади они уже бьют нас, я уже их ударил! А, в смысле? Бей, блядь! Он прольёт! Бей, блядь! Бирай, чего? Нас, сука! Ненашего, кирь! Захерачил, давай следующего! Где он, где? Вот он, у меня! Сзади! Сука, не вижу! Маслаю! Где? Вижу. Добивай его. Сдохла, сучка. Да. Все. Руку забрал? Да. Ой. Какую руку? Пойдем, сожрем его. Пойдемте, схаваем. Мисси руку. Давайте к пещере его. Другалек наш довольный такой веселый. Давай распилим его, съедим его потом. Пили его. Хуя вы каннибалы, ебаные. Отрубай. О, хорошо, нога моя. Вы чё, ебанулись? Ай, сука! Блять, Кири, извини! Так, ну все, видите, нету их. Все, пойдем к берегу. И с этими людьми я уже не знаю. А лечиться? А вот здесь. А кушать будем или нет? Не понял. А как? Кушать это... Я только из-за этого и играю. Смотри! Чё там? Кто стоит, смотри. О, это наш друганя! Ну, он с нами ходит.
Так, иди за мной, возьми предмет, очисти, построй. Не, вы посмотрите, стой. Какой он довольный, близко подойди, прям ему на лицо. Нихуя, я гранату нашел. Иди за мной, сделал. Ой, близко не подходи. Я нашел гранату и С4. Пойдемте к Сане. Прикиньте, давайте сюда. А С4 у нас есть же. У нас есть С4. Патроны какие-то нашел. Главное оружие найти. Вот тут, вот сюда идите. Опасные в этой части. Ко мне. Да, мы бежим. Давайте. Бегите. Бежим. Давайте. Бежим. Я хочу на берег, я хочу посмотреть, что там. Так, а что мы, слышишь, в пещеру пойдем в следующих сериях, да? Я не знаю. А мы тут и не зашли, что? В смысле? Ну да, я и говорю про него. Так нам надо подготовиться, наверное, там еды набрать, там, не знаю, факелы какие-то сделать себе. Нет, там же темно, блядь, как в жопе у меня. А факелы зачем? Тут же эти зажигалочки вроде, фонарики-то. А. У нас нет фонарика. Ладно, давайте на берег посмотрим и вернемся в пещеру. Ладно, давай. Мне просто интересно. Ходим, палки какие-то собираем. А! Ты что, дурачок, что ли? Ёб твою мать, под горячую вот руку лезть! Да наш чувачок! А куда он побежал? Да он ебанулся! Куда он побежал? Смотри, за мной, за мной. Я ему дал команду, иди за мной. За мной ходит. Я кусты рубил, он подбежал, я его рубанул. Дурачок, сука. Нифига, он за тобой бегает прям. Его по-любому Витя зовут. А правда, давайте его ему имя дадим. Мы же должны... Витя, нормально? Афанасий. Ну или Афанасий. Афанасий. Федя, может быть, Федя? Да не, давай Витёк. Витёк, браток. О, опа. Там что-то корабль какой-то виднеется. Я шитаки нашел, грибы. А я вешенки. Нормас, похаваем. Нет, спасибо, так, вот я кошечки, не голодный. А что, плоты делаются в этой части? Или еще наверное. Нет? Кстати, игра в раннем доступе, она будет обновляться. Тут, я не знаю, в плане сюжета здесь все вышло или тихо! Нет. Тихо! Че? А, это кто? Я запыхался, я думал, кто-то уже там... Да, так с кустов. Господи. Короче, если будем строить базу, давайте на берегу ее строить. Смотрите. Кстати, да, вот здесь неплохо. Ну да. Площадка красивая. Да, вижу. Там что-то плавает. Там что-то плавает. Ну да, там же GPS-трекер и этот восклицательный знак стоит. А, да? Туда надо сплавать. Давайте тут базу делать. Давайте тут базу делать, да. На маленьком плоту. Ну нам надо еще лежанку какую-то сделать тут. А вот, Ксюш, смотри, вот она моя лежанка. Смотри, Ксюш. Где? Вот. Началась, я посмотрю. Давай. Это вот эти вот пики точеные для нас четверых сделаны, да? Да. Так, а давайте быстрее рубить деревья. Подожди, костер надо, да? Ну вы там рубите, да, костер? Так, это кто каркас поставил? Другалек пусть костер сделает. Я делаю. Другальку пусть скажи, пусть костер сделает. Витек. Пойдемте кто-нибудь деревья таскать, алё. Да, я иду. Я уже каркасы ставлю. Это все потому, что я черный должен все таскать или че? Я каркас поставлю, если что. Давай работай, иди твою мать. Солнце еще высоко. Солнце еще высоко, да. Хозяин идет, подожди. Дорожка из камней. Хозяин! Давай. Надсмотрщик. Давай, Джимбо, давай. Я устал. Джимбо. Давай руби, Джимбо. Уходи! Так, надо этого спайка запрячь. Я не делал. Джимбо, я Джанго освобожденный. Ну что, дедери тебя рубят. Сейчас я ему скажу. Бля, слышишь, чайки орут? Да. Волоебят. Так, возьми предмет, возьми бревна. Зажми, Ксюш! Брось здесь, отдай мне брось здесь. А, че, он бревна будет таскать. А это что ты строишь? Ты дом строишь? Куда делось? Короче, я сделал наблюдательную вышку, сделал лачугу и сделал типа подсклад штука. Блять, надо тележку. Тележка есть, надо тележку. Тележку сейчас поищу. Сейчас поищу тележку. Подойду. Потому что это... Ну, кровать на тележке спала, будет спала. Проще. Сань, собери вот эти вот пни. А можешь Катя, посмотреть смотри. Кто-нибудь? Роллин. Гляньте тележку кто-нибудь тоже. Я не могу найти. Сейчас посмотрю. Я не могу, у меня тяжелая физическая работа. Мне некогда думать. Обычная стена. А, берегись. Это ебать, какая, ну все, понимаю. В принципе, я думаю, готово. Можно и прилечь. Ложись вот здесь. Слушай, я не вижу тележку, я не знаю, где она здесь. Походу нет, ладно, давай так таскать, короче. Хрен с ним. Ксюша, ты что дисконнектилась? Ксюша. Не знаю, у меня чуть-чуть зависло. Ксюша, ты вернись, давай. Заходи. Тебя что-то дропнуло. Кто тебя дропнул, Ксюша?
Это меня потому, что я тяжелой физической работой занялась. А, ну да. Ясно. Капкан. Физический труд дропнул, Ксюшу. В плане построек что-то вообще мало. Ну, я не знаю, я лично найти не могу. А, во, подожди! Ёпстуды, так все, я понял, сейчас. Какое сильное дерево. Но мы сильнее. Веками тут стояло, и мы, варвары, приехали. Дом на дереве есть. Тулья. Я предлагаю сразу дерево 3-4 повалить, бревна поскидать вниз. Сушилка, манекен, полка. Ну да, да, да. Сейчас, я еще. Пока совсем не стемнело. Где костры делать? Ни хера не пойму. Давай вот это вот. Сейчас, ты пока руби, я сейчас вниз это скину, чтобы не потерять. Огонь. Палка-зажигалка. И чё? А сам костер как сделать? Усиленный огонь. Да иди твой мать! Палки, камни, зажигалка. Так, ладно, сейчас глянем. Амбе. Берегись! Так, камень. Палка. Слушай, так-то прикольно. Камень, палка, зажигалка. А где зажигалка? Ты вернулась, нет? Я-то вернулась, но я у той палатки, где мы сначала были. Ой, блядь, еще и ночь. Еще и ночь. Настоятельно. О, тут освещение можно, кстати, менять в инвентаре. Я сейчас буду бежать очень усиленно. Слушайте, а как костер делать? Короче, пацана, сейчас запряжем костер сделать. Саня, ты как сбрасываешь бровно, на чё? На Джей. Ну, Джи, Джи. А, всё, заебца. Ебать, ничего не видно. Надо зажигалку включить. Страшно. А так, а раньше была зажигалка доступна сразу, ну, в первой части, по крайней мере. Так она и сейчас доступна. L английскую нажмите. L? Чё, ёптывать? Да, английскую L. А ты чё ссышь-то, блядь? Только это какая-то ультрафиолетовая зажигалка. Ой, она какая-то... Идите сюда! Сюда! Быстрее! Чё? Чё? Быстрее, быстрее, чё? Быстрее, быстрее, быстрее. Я не могу, бегу, бегу. Хотя бы словами опишите, пожалуйста. Тёпка идёт голая. Где? Давай её трахнем, подожди, стой. Подожди, подожди меня, подожди, я тоже. Так у неё 4 руки, подожди, на всех хватит. Ну да. Серьёзно? Покажи. Подожди, держите её, подождите. Ну, подождите меня. Она убегает, а. Ксюша. Она ну, к тебе. Я бегу за ней, подожди, подожди. Она к тебе, кстати, убегает. Ебать! Иди ко мне, моя сладкая, иди ко мне! Нихуя многосиса! Давай потрахаемся! Многосиса! Ну, блядь! Бегите за ним, я тоже многописа! Многописи! Да все, она убежала уже! Да, она убежала! А ёб вашу мать! Темно! Пойдем нахрен отсюда! Пойдем, костер, вон костер сделал! Пойдем туда! Страшно! Я-то вообще одна, страшно им! Многосису увидели, успокоились. Я-то даже не видела. О, смотри, тут взаимодействие. О, давайте ногу сделаем. Я закинул. Ты чё прикалываешься? Чего? Листиков закинуть. Ты будешь ногу хавать? Ну, естественно, а чё вы будете хавать? У меня рыба есть. А, это наш другалёк бегает. Ну, ты ешь, я сырую съел, мне хватило. Я ногу сделаю. Смотри. Хорошо, так, сидим. А где наш Кент? Где друг наш? Да вот он ходит, вот он. Надо попросить его, чтобы он это лежал. Надо кровать взял. Какую-то. Да, да я вообще... Я руку закинул, короче. Так, сейчас, подождите, построй. Блин, заверши постройку есть. А кто ногу жарит? Там завершить постройку только можно. Киря ногу жарит, а я руку. Да, я ногу закину. Сейчас поставлю, ребят. Сейчас поставлю кровать. Очисти. Так, а вот рыбка такое, моя заготовилась. Вроде. Тяжелые пули, нифига себе, заряд 4. Заверши постройку, я ему сказал. Ни хрена не видно. Я сделал Кира, кровать. Твоя нога сготовилась. Я сам сделал это... кровать. А, ну это подходит? А, ну, да. Давай засеемся. Кир, ты ногу будешь кавать? Да, 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 не трогайте, это моя. Давай, ешь. О, я рыбу съел. Я кого не рискну. Это моя рыба была! Это рука, а не рыба, ты чё будешь? А, это рука моя была! Ой, Витёк загорелся! Бля... Кирилл, ты тоже горишь, Кирилл! Ладно, ёб твою мать. А, это рыба, ладно, хер с ним, это моя рыба тоже. Нихуя там человек факел, блин. Побежал. А он горит? Через костюм пошёл просто. Да меня Никита заблочил. Чё, гоу спать, гоу спать. Ребят, гоу спать. Да, давайте спать. Да, ложимся. Нам у надо. А что, на одну канет, пока мы спим здесь? Что, на одну ложимся? Ну, каждому по колышку, все нормально. Давайте. Ксюш, ложись промеж нас. Нити, зажимайте, я. Я, зажимайте, я. Я зажимала уже. 3 из 4, последний не зажимать. Все, нормально.
О, этот работает, смотри. Витёк, смотри, уже тащит. Хуя, Витёк, красава. Погнали дальше. Так, давайте достроим. Все, давайте все вместе таскать активно, чтобы достроить. Давай. Так мы так и делали. Надо я таскать больше тебя не буду, меня выкинет. Ну, просто потемнело. Он ой, я пить хочу. Жестко пить хочу. Ты же мой лапочка, смотри, носит, он бреет. Ты там должен был насобирать всякие эти. Ой, я тоже пить хочу. А вот. Че попить? Смотри, вон там на берегу еще 5-6 бревен валяется. Давай это, на берегу попьем. Я предлагаю это на берегу попить. Мы не отправимся? Блять, это морская вода, алло. Какая ну а шо, зато напьемся. Ну да, блять, заебись. Блять, бревна, смотри, наши, вот они. Я че, блять? На море никогда не бывал, ты если попьешь, потравишься же сразу. А тут там что-то нету. Ну и че, зато пить не... Это что, крокодил? Где? Я крокодил, нет, крокожу. А, и буду крокодить, я крокодил, крокожу. Короче, нельзя пить. Я не знаю, есть у кого вода? У меня нету ничего. Откройте, у вас да? Там этот, не энергетик, а этот должен быть. Да я выпил ее, блядь! Газировка! А где? Нет, я выпил ее! У меня сухпаёк. О, сухпаёк съем! Давно уже! А где сухпаёк? А нахуя вы выпили все давно уже, Алёха? Я тебе дал энергетик свой. У меня один еще остался. Ну это мой. Отдай мне его. Я подумаю. А, подсвечивать можно, прикол. Подожди, дай я посмотрю, как пить вообще. Я что-то не пойму ни хрена. А я не нашел, как пить. Ты нашел, как пить? Как пить? Сейчас гляну. Да. Инвентарь просто. Инвентарь открываешь и пьешь. Энергетик. А если нет, мы проводу имеем в виду соленую. А. О, ля, многосися! Многосися! Как ты ее нашел? Пришла, что ли? Да, вон где побежал. Она? Нихуя у нее утренняя пробежка, чисто погнали, блядь, погнали. Давай, 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 ебать. Нихуя, ты кто такая? Подожди, в смысле? Она мне, она на меня смотрит и говорит, и руками развела, и убежала. Она говорит, типа, не надо мне член свой показывать. Так я не показываю. Я просто далеко в штанинах все делаю. О, смотрите, можно вот тут срубать и скидывать. Таня, где она? Да все, она вот туда в лес куда-то убежала. В лес убежала. Я пить хочу, что пить будем? Да вам она мерещится, походу, я-то не вижу ее вообще. Да не мерещится, я тебе говорю, бегала тут. Давайте рубить правее. В сером костюме таком. Я спортивном пить хочу. Я тоже хочу пить, но что, разберемся, нормально. Я тоже хочу пить и есть. Бля. Надо вскипятить воду морскую. Надо скипидар. Ёб твою мать на меня! Скидывайте с горы деревья. Да-да-да, я так и делаю. Ты гений, что ли? Думаешь, мы не догадались? Кто ли? Кто ли? Я ли? Где ли? Какому то ли? Долго рубит так капец. А там что ли я дала? О, вот она, многосиса. Ксюша, иди сюда быстрее. Да господи, я как вот отхожу подальше, она приходит. Вот она. Привет, тёлочка! А чё она боится нас? Подожди. Так можешь без оружия просто с ней разговаривать, конечно. Ксюша, она к тебе бежит. Я за ней бегу, Ксюша. Иди ко мне, моя сладкая. Вон она, Ксюша, смотри. Она? Вон она, вон она. Вон она, вон она. Видишь, куда я бегу? Ага. Вон, вон она. Вот, смотри, встала. Смотри. Вон она. Ну-ка, стой. Стой. Да, надо попробуй убрать оружие и договориться с ней. Она что-то показывает. Она показывает что-то, смотри. Она, видимо, показывает, что она не будет с тобой разговаривать, пока у тебя оружие в руках, скорее всего. Ну да. Не, а так она не на меня показывает. Ой, стресс. Что? Не бойся, да не бойся. Какое? А, вот как пол делает. Балерина, ёпта. А, нихера себе. Берешь бревно, жмешь, отпускаешь башку вниз, жмешь Е, и у тебя типа расположение бревна появляется. Куда его ставить? Подруга, ты куда? Нифига тебе, нифига ты. Вот ты чесанул, у тебя 4 ноги, у меня 2. Я пошел пол делать. Какой пол, блядь, дом надо достроить сначала, алло. Пол пошел, этот дом. Покажи, где пить, покажи, где пить, подруга. О, макакинские пришли. Где? О, ребят, вот пить можно в речке. В речке? О, я пошел попью. Нам надо до речки. Вот речка здесь, впадает в море, которое. Вы, козлы, подождите меня. Да хули тебя ждать? Доберешься. Иди в жопу. В смысле, там пить можно? Я напилась полностью, нормально. Отлично. Бля, заебись. Кирь, пойдем пить. Все-таки хорошим было решением. Так, и поесть бы еще что-то. А у тебя паёк еще должен быть. Посмотри, да, в инвентаре. Паёк. Как он выглядит? О, ля, смотри, ходит. Давай ее заебеним вообще, не? Кого, многосису? Да, многосису.
Вы бы видели, как тут стенки строятся? Здесь не как в прошлой части. Здесь вот эти длинные каркасы не делаются. Тут так, подожди. Бревно, я сейчас переворачиваешь, попробую... прям строишь. А как убрать оружие? Чайка, убил! Как оружие убрать? Я не знаю, как оружие убрать, я чайку убил. В инвентарь зайди, просто там убери. Кому перья нужны для лука? Тебе, Сань? Мне, да. Могу тебе передать сейчас. Сейчас я налутал. Хули тебе надо, слышишь, абориген? Сейчас, подожди, я их собираю. Вот чайка. Не вижу сухпайка. Есть перья? Посмотри, вокруг летают, нет? Перья? Я собирала нет, перья. А как пить? У меня нет взаимодействия. На у... Ну там дальше, повыше дальше. Пойди, а да. А ты прям по это, да. Ой, она там по камням ходит, сука. Да, подойдется. Ну а нахуй, сука, ёбаная чайка. Так, надо бы что-то ой, поймать. Хорошо. Мясо ой, хорошо. Пожрать, ой, хорошо. Пацаны, я мясо несу. Давай. Слышь, там сзади еще подмога бежит. Мясная. Посмотрите, как строить, я вам покажу быстро. Тут просто система новая, строительство. Че, Ксюш, будешь хавать? Сань, возьми сюда, принеси сюда. Не добавляй их в постройку. Положи рядом, я покажу сейчас. Да че я чаек бью? Сюда. Посмотрите, я тебе перья сейчас отдам еще. Подойдите сюда, посмотрите. А, да, че там? Ксюша, иди сюда. Смотри. Ага. Так. Видишь? Положил. Потом еще одно, подожди. Еще где взаимодействие? Ой, я не такого положил. Ну, короче, вот, положи сюда, ты можешь добавить? Нахуя? Ну, у нас живот, блядь, достроить надо, алло. Так это никак, это не то. Смотри, здесь будет полотно такое под палочки. Вот дом будет именно вот здесь. Если вы хотите дом, то вот, лачуга. Вот сюда добавляйте. А это что ты поставил? Это для палок. Это здание с навесом обычное. Там ничего блядь. Не будет. Блядь. Ебать, мы все это время эту хуйню собирали, ебаную. Так вы добавили 8 бревен туда. Что вы собирали? Все бревна вон они лежат. А почему я устала? А почему у меня усталость? Покушать надо и поспать, наверное. Там вон у тебя где... Бля, мне нечего кушать. Так, сухпайок. Да я не вижу сухпайка у тебя. Как он выглядит? Сань, давайте переедем. Пакет серый. Серый пакет. Подойди. Так, ну-ка я это. Так, я Саня переедем. У меня батончик есть. Бля, где вы все понабрали а, это? А, отвери, так, убери бревна, они в инвентарь залазить не вижу, да. Так, буду сама себе тут сейчас. Так, о, нихрена батончик вот дает энергию, энергию забираю, прям спать неохота. Еще, мебель. Еще, все, все отдал. Спасибо. Все у тебя. Так, еще бревна. Вы в курсе, что у нас задание есть, типа там бревна, собрать доски? Да, ну слева, снизу, кстати. Мы вот эту, да, строим, левая. Доски рубить, по-моему. Ой, бревна, точнее, рубить надо. По-моему. Как только, я не понимаю. А, вот сейчас. Появляется. Вот. Красненько. Смотри. А как ты сделал? Вот красненькая появляется, и ты а, вот вижу. Нажимаешь. Смотри, а что там давай, деревья смотри. Сами падают, видал? О! Нихуя ты красава! Подожди, а куда эти бревна? А, это этот болтус, Витёк, блядь, бегает там деревья, валь, думаю, это Витя рубит, да. Ну да, я ему задание отдал собирать. Куда эти половинки закидывать? Сюда можно? А, они потом сюда понадобятся. Так, а плот когда мы построим? А, вот сюда. Для лодки. Я вообще не нашел плот. Я не знаю, как он делается. Может, чертеж надо найти просто сначала? Может, чертила? Может, тут, кстати, реально чертежи здесь есть? Типа как в рафте в каком-нибудь. Ну, может, я не знаю. На маленьком плоту. Чьи ты чё разрубил-то? Кого? А? Где? Ты дурак, что ли, блядь? Кого? Ты кого разрубил? Больной? А, ну, этот, блядь, а бревно, нужны. Прикинь, берет там он его, блядь, нужны. У меня прям в руках разрубил. А. Дурак, что ли, блядь? Там разрубленные нужны, да. А! Я видишь, думаю, что за херня? Ну. Нужны. Он по заданию делает, короче. По факту мы, нам не обязательно их рубить, мы просто их носим, он их там дорубает уже как надо и добавляет, куда они нужны. Нам нужно 3/4 а, бревен, 10 штук, половина досок. Ксюш, ты там рубишь деревья? Я тоже пойду рубить. Да. Нормально. Я или наела, Витька, как отришь? А вы-то, у вас многосиса есть, а мне-ка с кем, по-вашему? Блять, смотри, море уносит наши бревна. Надо забрать их. Витёк бежит с бревном. Работает. А где еще бревна?
Вон, скидываю. Ловите, они скатываются. Сука. Понял. Бля, пиздец. Так утомительно. Ну да. Ну да, есть такое. А ты что думал, хижину так легко строить, что ли? Вон еще. Да пиздец, блядь, еще 38 бревен, алло. Через 35 дней закончим. Витя, иди руби деревья. Че ты прохлаждаешься? Иди ты, твою мать. Че ты смотришь на меня? Проблема в том, что у нас на берегу надо. Че? Кому это надо? Проблема в том, что доносить все это надо. Если бы мы прям в лесу строили, все бы близко ну было. Ну да, да, ну опять нам же. Зато мы тут на берегу. Зато да. Зато речка рядом. Конечно. Удобно. И все, и всякие многосисы приходят в гости. Да. Так, я скидываю еще. Так, блять, я уже запутался, кто что строит, нахуй. Да вы в хижину в это вливайте все. Потом я понимаю, тут вон что-то, блять, что за половинки. Это, ну, разрубать их надо. А давай мы Витю запрягем строить дом. А я его и так сказал ему добавлять. У него стоит задание, короче, закончить постройку дома. Ну, какое хорошее задание. Ну. Вот а там как... нахерачили. Ловите. На Е, да? Да, подходишь, зажимаешь Е. А зачем? У него есть уже задание, зачем? Да, поделай. Вон сколько вам блин валяется, вон, до хрена. Сейчас. Как это носить все надо? Тут телеги, блин, нету, я не могу найти. Может быть, еще не добавили, все равно что-то еще будет обновляться. Чайку руби! Руби чайку! Е, нахуй! Да, чайку, перья ловите, перья ловите. Они разлетаются. Для стрел нужны. Смотри, похаваем! Блин. Идет, собирает бревна. Смотри, молодец какой, а. Он рожный. Строит, ну. Послушный какой, да? Че, может, кто-нибудь еды наготовит? Сейчас я там. Сейчас, секунду. Руби там тело. Наготовь. Я это есть не буду. У меня. Кого? У меня чайка, у меня чайка есть. А мне было захерачить. Хватит чайки-то. Надо несколько чайков. Там справа трется. А, каннибалы! Суки. В смысле? А как ты чайку взял? А как ты чайку взял? Мне не берется. Слушай, Серега, ага. Иди отсюда. А там нажать, Сань, надо. Там ножом разделываешь. Идите кто-нибудь мясо чайки похавайте, у меня пока что нормально. Нет, а ты, Никита, козлы. Забери его просто, забери его, не ешь. Не зажимай я, а на Е просто нажми. Забери в инвентарь. А, ну все, все сделал. На него сейчас упадет. Да-да. Ну нахер. Сука, да пошел вот щенок, ёпта. Засранец. Захерачил. Ой-ой. Ударил тебя специально. Ой, еще Кирюху понад. Я вижу, сейчас. Никита, лови тело, еда. Да давай! Лови, я скинул! Принимаю! Давай! Трое! Херачи! Давай! Нормально, дерись! Захерачил еще одного! Давай, принимаю! Убиваю! Добил! Я убежал! Я ему руку отрезал! Все нормально, он жив еще. Еще один, еще один, еще один! Давай, кидай! Я этого несу пока! А как понять, что мясо готово? По цвету просто. Голожопая, ну куда пошел? Сань, я тебе принес похавать. Блин, ну здоровье. Спасибо, подожди, я тут доготовлю сейчас. Блять. Он убежал. Че я скинул? Или не убежал? Я не знаю, надо еще вернуться. Сейчас мы тут все разрубим, почистим, тут видимость появится. Хорошо. В первой части еще можно было канаты делать. Вот, допустим, мы могли бы здесь конструкцию сделать и скатывать по канату к вам бревна. Было бы удобно. Но здесь я не вижу. Вон, кстати, много сися ходит. Пока не закидывай. Что, сейчас, дай мясо заготовлю. Зачистила что-то девчулик нам, да? Ой, сейчас упадет, ну да. А, падает. Я поймал. Так. Хера там бревен, давай носить уже. Давай. Пойдем отнесем их. Что-то их до хера прям. А то Витек что-то один не справляется. Я прям кидать буду. Я подбираю по два и докидываю до вас. А вы там принимаете. Я все поближе буду к вам. А хули Витёк стоит на меня пырит? Иди работай, блядь. Он устал. Где он? Принимайте бревна. Все, что не туда складываешь, надо... Да, подожди. Я перышки собираю. Перышки собирает. А еда где? Так вон там готовится. Да? Не сожжется? Ловите.
Я чайку собрал, вроде еще одну, еще могу замутить. А вот это вот справа, что это за сооружение? Ну, это для палок будет, с навесом здание небольшое. Это потом. Да, просто Кирюша не предупредил. Мы туда нахуй влили бревна. Я сказал. Я предупреждал. Не кочегары, мы не плотники. Тамара. Носит. А что он по одному носит? Мы по два, он по одному. Расслабляется, пацан. Бедолага. Давай, давай, вот так вот. О, прикол, как он так делает, интересно. Ну кто дышит, это персонаж? Смотри, одно взял, бэнс поднял, понес. Так, чё, сколько там, пишешь сейчас? Прикольно, смотри, как он пол укладывает, за прикольно, интересно. А, то есть тут, слышишь, если надо бревно разрубить, его не обязательно рубить, его просто подносишь, он анимация, бэмс, да, да, и сразу... Я и говорю, да, я чё, я орал тогда. А, да, я не услышал. Ну, короче, типа, всё автоматически делается. Да. Прикольно. Я не знаю, хватит тут, тут будет 17? Чтобы первую категорию разрубить? Не знаю, наверное, нет. А, нихера, там потом еще 25 надо будет. Ну, это разрубленные, видимо. Это быстрее делается. Вить, извини, я чуть тебя не пришиб. Так, 12, 11. Блин, не хватит. Так. Да. Хоп. Вот и стемнело. У меня светло еще. У меня тоже светло. А! Ну, темнеет, начинает темнеть. О, пеньки. Блин, пеньки не работают. Скидываю их. Их соединить можно? Все. Так. Так, что там дальше? Четверти нужны еще? О, четвертинки, подожди, сейчас закину. Все, четвертинки не нужны. Вот сюда четвертинки нужны, не нужны, а вот сюда нужны, нет, пока не нужны, ладно. Тёк, давай, давай, молодец. Хороший мальчик. А, ну вот у меня только сейчас начало темнеть. У меня нормально, светло вообще. У меня тоже пока светло. Не, потемнее стало, потемнее. Но у меня прям так. А, сейчас светло. Что за хрень? Погнали, еще рубить нету. Да ты Сань, потому что с Сахалина. У тебя там опять, у тебя раньше темнеет. Быстрее там темнеет. Так, я рубить пошел. Я тоже. Погнали. Кстати, дерево, когда рубите, по кругу обходите его со всех сторон, чтобы замаслать. Мой первый удар по дереву был мимо. Перерождёт на голосек. Ну. Нихуя, ебать, анимация, конечно, вообще огонь. А здесь рыба водится, интересно? Нет, в плане анимации прям вообще грамотно сделано. Да, да, прикольно здесь прям. Рыба-то есть тут, нет? Сань, принимай там внизу бревна. Подожди, я занят. В речке должна быть рыба, где пить можно. О, тут ещё... Тут, тут рацию? Нихуя ты! Вы видели, блядь? Ебать! Инвентарь откройте, там можно подсветку включить. А я же сказал вам, а вы меня не слышали. Я видела уже, да. Первый, ты что гонишь? Что делать? Не гони первый. Что там? Ну-ка. Подсветку инвентаря. Да заткнись ты, блядь. Ты что, козёл? Так, ремонт. Так, я взял рацию. Ай, блядь, заебёте. Вот сейчас... Вот, да, пиздец. Тут есть рыба в море. Да все, отстаньте. И как ей пользоваться? Да все, мать, тебя да слышно. Всё, я поэтому и сказал, заткнись. Кирилл, ты слышал? Чего слышал? Заткнись! Рыба есть в море, говорю. А, есть? Можно ловить. Да. И все, еда и вода у нас тут есть. Отлично. Отлично. Прекрасно. Саня, ты козёл. Саня, как слышно? Ты козёл. Ну начинается, ёпт ваш мать. Замайнайте. Не надо использовать рацию, пожалуйста. Пожалуйста. Ты на чё жмёшь? А ты на чё жмёшь? Ты чё жмёшь? Да бля! Убери рацию с руки просто, когда она у тебя в руке в левой, тебя слышно. А, да? Сейчас слышно? Нет, блядь, не слышно нахуй. Ещё громче, давай, блядь. Ещё! Ебать! Я не слышу! Не слышу, блядь, чтобы у меня кровь из ушей пошла. Давай! Добей меня, блядь! Как ее убрать? Л, нажми английскую зажигалку, чтобы взять. О, паучок. А, все. Паучка убить можно, интересно? Да, включи просто, а. Все. Все нормально. Все.
Все, все, все нормально, все. Сука, блядь. Так, ну-ка. Так, ну-ка, забанить. Так, удалить из друзей. Извинись. Извините, я больше не буду. Так, а вот тебе темнеет? Или у вас уже темно давно? Не, у меня светло. Нет, тут какая-то странная погода, я не пойму. У вас реально там это... В глазах темнеет. Дальний Восток уже, все. Центральный Восток? Дальний. А, дальний. Центральный Восток. Ой, я рыбу пожарила, вкусненько как. Мы тут бревна таскаем, они там рыбу жарят. Ай, нормально. Надо. В смысле, я камешки собираю вообще-то. Прием пищи общий у всех. Не отлыниваем от работы. Собираю камешки. Да, конечно, вы там всякие понажрались уже, естественно. Ля, я лодку нашел. Нашел? В смысле, рабочая? Нет. Но лодку нашел. Поела это, можно пообедала, можно работать. Блять, я воды попил, зачем? А, ну ладно, пойдет. Что это за херня? Тут листы какие-то. Уберите нахер их отсюда. Подлетают они. Говно какое-то. Так, меня зовет дорога приключений. Я иду смотреть, что там за красные деревья. Слышишь, а у нас C4 есть. Нахер мы это рубим? Давайте взорвем нахер весь лес. Кстати, да, хорошая идея. Реально, как в этой части. Мы, по-моему, делали так. Да, да, давайте нахер взорвемся. Че мы рубим, как дураки все? А я не знаю, что-то. Ну что, листы, что ли, какие-то, что ли? Ну-ка, пойдемте взрывать. О. Давай. Освежающая река. Сань, ты идешь, пойдем. Сейчас контент будет. Сейчас, конечно, я приду, сейчас, сейчас. А как его взять-то, ёпта? Сейчас, подожди, надо... Его надо закрафтить. А, не, он есть, он. Есть, есть C4. Ну, так там надо эти. Детонатор. Там надо бомбу с таймером делать. Детонатор, ой, сейчас, да? Сейчас все будет, подожди, сейчас все будет. О, у меня есть гриб, я его съем. Я грибы все сожрали. А потом всякие мерещицы же... C4, объединить. А, нет, он крафтится, да. Я же говорю. Так, а подожди, а гранату мы находили? Да, да. А где граната? В инвентаре? Сейчас, сейчас все будет! Отходи! А, в ящике верхнем, в ящике. Блядь. Ёпа! О, пошло, пошло! Хорошо, я сейчас тоже закину. Уши заложила. Давайте в пещере гранаты взрывать, кстати. Проверим, как работает. Ёпа, иди вниз! А потом удивляются, что у нас аборигены агрят. Давай закинул! Закинул! Лети! Давай, уходи! Пошло! Летят, летят! А что, мало так одно? Я хуй знает! Да слышишь, это говно! Нет, херня! В смысле, одна граната, одно дерево? Да, у меня одно упало! Да нет, херня, вы что, надо C4 делать! Это не серьезно, это для аборигена поставим! Я уже две потратил, мне понравилось! Так, что, разорались? Нести все это. Ай, сука, в затылок бревно упало, Никита! Уходи! У меня персонаж такой, сука. Я ожидал такой подставы. Упало. Так, все, 15 разрублено. Сейчас из-за этих взрывов, короче, все обезьяны сюда сбегутся. Вот, про что и разговор. Не, нормально, нормально. Потом удивляетесь, а что они вас бьют? Не, мы их раскидаем всех. Похаваем заодно. Ну да, еда прибежит. Я говорю, еду добывать не надо. Вы сами их жрете? Да. Камень? А что такого? Вы жрете камень, блядь? Да, а ты нет? Вы нормальные? Чуть, да. Чё? Короче, 2 осталось. И штуки еще надо. Сейчас, сейчас будет. Чайку убил! Убил чайку! Перелутаю. Все, еще пере. Так. Пушка. Бэмс, залутали. А где я что-то не понял стрелы? В смысле? Ну, добавляй этот перо и наводись. Нет, на эту шестерёнку. Где стрелы, которые я уже сделал? Посмотри в этих, вверху патроны все, в ящиках. А, все, вот, да. Все, сделали хижину. Еще одно надо. Закиньте одно. Там до хера их еще посмотри. Не, одно закидывай. Все, хижина есть. Можете заходить, чекать. Ну и последнее деревце срубаю. А, я вам могу так сказать, она пустая, надо кровать туда переносить. Как сломать кровать? Ну как?
А как дверь открыть-то? В нее заходи, прыгай. Прыгай, нет. А, господи. Тут же возвышенность. Вот это тесненько, прям очень тесненько. Ну, вот это такая хижина, шире нельзя было сделать. Какая-то одноместная. Да, надо кровать просто закинуть, и все. Витёк, а ты чё чилишь-то? Устал, что ли? Ну-ка, вставай. Ой, я подошла, такой сразу встал. О, не-не-не, я работаю. Я отдыхаю. Чё стоишь-то? А может, все, кстати, построили дом, он херней будет страдать? Дай ему задание. Завершить постройку. Вить, куда топиться пошел? Рано пошел. Все, стой. Что это? Ох, рано. Это потом добавим. Это охрана. Это потом надо будет. А, построй. Кинь их просто, кинь их. Заверши потом добавим их. Ага. Там, видимо, давай. Одно надо было, и поэтому распилилось еще три. Осталось. Блядь. Что, там разрубил? Улетело, сука. Понял. 415-я база. Ёб твою мать. Чё стоишь? Иди. База. База, яхуяза. Не поняла. База, приём. Чё мы опять чилим? Стой, говорю. Да вы брёвна носите, чё? Я, короче, чё вы забыли? Поплыл, я поплыл, короче, вы как хотите. Да. Туда. Хочешь вас сломать? Да. А стамины хватит? Не знаю. Сейчас проверим. Но если умру, то это самое. Я крикну. Видишь? Что, дурак, не понимаешь? 36, блин, а, нормально, стамина не тратится, алё. Не тратится? Давай доделаем, что, Сань, по башке тебе датчик? Пусти как дам. Сань, тут немного осталось. Подожди, тут рыба плавает, сейчас. Ты зачем загорелся, Витя? Как рыбу ловить? Просто темнее. А палкой? Так я плаваю, у меня руки все заняты. Значит, никак. В воде нельзя. Ну ты подойди туда, где это, где поменьше, мелочь там. А тут это не поймаешь. О, бля, морская вода, ух. Ух. Ля красиво. Мне вообще плохо. А, у меня этот сон горит, надо спать уже. Лосось. У меня тоже сон. Уже давно горит. Да в смысле у вас сон горит, алё? А, ребят, тут классно. А где? Давайте ко мне. Давайте купаться голышом. Подожди, это что, это база? База, ответьте. Скорее всего, да. Витя! Ты чё? Витя сломался. Ой, ляка глубоко, дна не чую. Так. Ты иди сюда, хижину достроим, пловец. Да в смысле, я уже приплыл. Он, блядь, до поплавка доплыл уже, смотри. А, видите, он не может. Я говорю, сломался. Все, пацаны, да, свидание, я поплыл. Мы достроили. Надо задание другое дать. О! GPS какая-то хуйня. О, положи. О! О! Зубачи! Вот он! Че там акула? Да! Сука! Да иди нахуй, ебанутая, что ли? Отойди. Ну все ясно, пацаны, я здесь. И девчата. Так, я себе похавать приготовлю. Бак поймал, подлетел. Да я подлетел случайно. Что-то Витька опять сломался. Мужик. Стеночку надо будет доделать. Мужик. Дайте ему здание другое какое-нибудь. Сейчас я похавать приготовлю. Витюш, успокойся, дружок, давай, это самое. Не понял, что за хуйню я взял? Это какой-то маячок или что это? Постройку, давай. Я какой-то маячок, походу, взял, ребят. А может, у тебя следующее здание отметилось на GPS? Не-не, у меня просто какой-то GPS сейчас в руках, и я не пойму, что мне с этим делать. Побежал. Вот тебе рыбонька моя. Куда ты побежал-то? Так, стенку сделал. Рука. А, заберем нам. Думал топить. Да иди нахуй ты, тварь, блядь, плавающая. А мы сколько будем? Серию? Слышите, дайте Вите задание укрытие сделать, у кого брезент остался, потому что у меня нет брезента. Я так понимаю, ребят, кстати, брезента. Да, серия уже час. Давайте на следующую серию мое отплытие обратно. О, смотри, соска идет. Где? Вон она. Пусть мама услышит, пусть мама придет. Как топор из меня убрать? Как топор из меня убрать? Она уселась, смотри, она сидит. Я понял. Не подходи к ней с топором. Пизда этой акуле ебаной нахуй. Сейчас я ее луком застрелю. Как убрать топор? Я не знаю.
Ну-ка, подожди, настройки. Она зарядку делает, смотри, она танцует, смотри. Она балерина, я же говорю. Смотри, что делает, смотри. Зажмите инвентарь, кнопку. Зажать? Нажал. Да, зажать. Видишь? Оу. Видишь, он вытаскивает. Это быстрый доступ? Да, тут ягодки всякие можно. У меня пистолет есть. Как убрать этот? Я не знаю, как убрать на самом деле. Она танцует, ёпта. Да, она танцует. Я ей подарю камень! Я прогнал акулу, походу. О, возьмите камень в руки, да, и подойдите. Я взял камень. Давайте на следующую серию уже. Ну, отойди с копьём. Ребята! Давайте там Саня предлагает. Она сваливает тоже с камнем. Ребята! Ну, правильно. Да! Давайте заканчивать серию! Давай. Ребята, спасибо, что досмотрели до конца. Обязательно подписывайтесь на нас. Ссылочки друг на друга будут в описании. Обязательно с вами увидимся. И всем пока! Пока-пока! Куча хорошего настроения! Эй, бро, обязательно подпишись на этот гребаный канал. Ага. Спасибо, бро. Подпишись на канал.